Как стирать с доски? Если у вас немного написано, с доски стирается обычной бумажной салфеткой. Не тряпкой лучше, не размазывать, не мыть. Просто стерли, выкинули. Все. То есть оно вот стирается в пару движений. То есть дали чуть подсохнуть маркеру. И вот просто в пару движений стерли его. Все. То, что вы можете видеть тут какие-то мелкие частицы, остальное на камере этого не видно. Вот. Так что стирается это все легко. Если у вас вся доска исписана, вся просто, и вам нужно сделать стоп-кадр, допустим, да, и быстро стереть, как это делается? Берется пульверизатор и пылесос для доски. Мы разбрызгиваем, размазываем. И не бойтесь, то, что это так выглядит, не знаю, устрашающе, то, что все размазано и намного хуже стало. Нет. Мы, наоборот, все мелкие частицы, которые не видно глазу, ну, допустим, могут виднеться на камере, особенно на черном фоне, мы их тоже стираем. Размазали все хорошо, чтобы оно влажненько было. И смотрите, чтобы ничего не стекало вниз. То есть на РГБ-ленту. Лучше не надо. Включаем пылесос. И просто, как в фильмах «Мойщики окон», быстро стираем. Скажете, то, что осталось грязно? Не совсем. Мы стерли основной слой и подняли все мелкие частицы. Что нам остается? Просто тряпкой быстро пройтись. Она стирает еще быстрее, потому что здесь остался маленький, тоненький слой, и он в два движения просто стирается. Просто площадь чуть-чуть побольше. Ну, потому что была исписана вся доска. Вот и все. И вот за все это время, за всю исписанную доску, мы быстро стерли. Посмотрели в кадр, то что ничего не показывается, и мы можем продолжать запись. Компания «Видеодоска».